Первый самец дальневосточного леопарда Лео-270М, переселенный в уссурийский заповедник, обрел имя. Теперь это Ветер. Такой вариант выбран в ходе голосования в соцсетях «Земли леопарда». Пятнистый хищник уже доказал свою стихийность, много перемещаясь по новым территориям. Ветер – молодой, но уже достаточно крупный самец дальневосточного леопарда возрастом около 2 лет. Первая регистрация на фотоловушку произошла в 2021 году, когда пятнистый хищник был зафиксирован в центральной части национального парка «Земля леопарда». Леопарда.